Возведение усыпальницы Абдул-Баха. Предполагалось, что в свое время будет возведена усыпальница, по своей природе подобающая уникальному положению Абдул-Баха. Это время настало. Призываем мир Бахаи построить сооружение, которое навеки сохранит эти священные останки. Послание к Ризвану 2019 года, Всемирный дом справедливости. Когда Всемирный дом справедливости объявил миру, что на территории, прилегающей к саду Ризван, будет построена усыпальница Абдул-Баха, и его священные останки будут перемещены туда, это привело в изумление всех нас, весь мир Бахаи, но особенно нас во Всемирном центре. Мне кажется, каждый из нас помнит тот момент, когда мы услышали, что будет воздвигнута усыпальница Абдул-Баха. Каждый из нас участвует в этом процессе. Посредством молитв, пожертвований или непосредственного участия в воплощении проекта. Наша команда состоит из ландшафтных архитекторов, инженеров-строителей и архитекторов, которые уже переехали в Хайфу, работая над проектом, а также других преданных друзей со всего мира, которые предлагают нам свои технические знания, помогая нам в проекте. Строительная площадка проекта находится в пределах собственности сад Ризван, состоящий из трех различных садов. Один из них — это сад Фирдоус, второй — сад Аль-Ашраф и третий — сад Ризван. Проект занимает два сада из трех — сад Фирдоус и сад Аль-Ашраф. В северо-западном углу сада Фирдоус расположен небольшой дом, в котором Абдул-Баха останавливался во время приезда. В одном из своих посланий друзьям Абдул-Баха упомянул, что если с ним что-то случится, он должен быть похоронен в песках между Аккой и Хайфой, где пролегает путь паломников. Мне кажется, поэтому были избраны эти земли между Аккой и Хайфой. Этот проект уникален, и трудности наступали с нескольких фронтов. Геотехническое состояние участка, географическое расположение, а также его историческое расположение дают нам определенную предысторию, налагают определенные ограничения и дают переменные, с которыми нам нужно взаимодействовать, трудясь над возведением усыпальницы. Геотехническое состояние участка не позволяет создать надлежащий фундамент.
Таким образом, мы были вынуждены разработать и сконструировать наш собственный фундамент, который состоял из комбинации рядов свай глубиной от 12 до 15 метров, поддерживающих бетонную плиту, отделяющую существующий участок от самого строения, которое будет возведено над ним. Я начал изучать некоторые бумаги, предоставленные Домом Справедливости, в которых приводятся ссылки на красоту садов, которые так любил Абдул-Баха. Он приводит историю из своего детства о том, как его дедушка в Тегеране посадил сад, где они спали. Он описывает, как по утрам после пробуждения пели птицы, и тополя, которые посадил его дед, их листья шумели так, что это напоминало хлопанье в ладоши. Он вспоминает красоту этого сада и аромат цветов. Очень милые воспоминания. И я подумал, что идея этого сада может пригодиться вместе с его упокоением. Я знал, здание, связанное с ним, не должно быть внушительным. Это было важнейшей изначальной концепцией, поскольку он был воплощением смирения. Аллеи располагаются в форме расходящихся солнечных лучей. Место его упокоения находится под ними, здесь, в этой комнате. Но прежде чем войти в нее, нужно пройти через стадии медитации. После того, как мы уложили наши плиты, началось возведение усыпальницы. И дизайн главной фигуры, состоящий из двух капитальных стен с различными характеристиками и простирающихся с севера на юг и разделяющих наш проект на 5 отдельных зон. Для чего мы отправляемся на паломничество? Мы хотим помедитировать и поразмыслить над его характером, над его величайшим примером. Таким образом, нам нужно время, чтобы помедитировать на нашем пути к этой комнате. Вы приходите туда, где был сад Резван. Мы сохранили предыдущую стену старого сада как нечто, отсылающее нас к его эпохе. Затем входите на участок, поворачиваете вправо и видите усыпальницу, которая будет находиться под этим садом. Идете по этому внешнему двору, проходите под этим арочным проемом, комната будет расположена под шпалерными решетками, повторяющих узор садовых аллей в форме солнечных лучей, узор, часто встречающийся в персидской архитектуре и придающий красивую форму, которая
of the domes and covers the купол находится area над зоной подготовки, расположенной вокруг центральной части усыпальницы. Структура крыши усыпальницы обладает интересной, замысловатой геометрией. Она представляет собой два набора из 16 пересекающихся ребер. Узор, создаваемый этими ребрами, это ряды отверстий, представляющие по себе световые люки, позволяющие дневному свету падать на центральную часть, расположенную снизу. На верхней стороне крыши будут расположены сады, в то время как нижняя сторона этих ребер будет облицована белым мрамором. Ландшафтный дизайн участков собственности Бахаи имеет уникальный характер, известный многим. Существующая палитра, созданная возлюбленным хранителем, складывается из растений, деревьев, кустарников, цветов, материалов и красок. Возле усыпальницы Бабы и усыпальницы Бахаулы вы можете видеть в первую очередь клумбы с цветами. В этих садах вы видите красные, синие, желтые цветы. В новой усыпальнице Абдул-Баха будут иные цвета. Будут белые, синие и лавандовые расцветки. И немного розового в одно из времен года. То есть вы должны приехать, чтобы это увидеть. Около усыпальницы Бабы и Бахаулы есть множество изгородей, а возле новой усыпальницы Абдул-Баха их не будет. Есть лишь обширные газоны, слегка очерченные малыми кустарниками. Когда вы вступаете на путь для обхождения в круг, это одна из дорожек, ведущих к южному входу в усыпальницу, одна из этих. Поскольку усыпальница начала возводиться на территории Паки, прилегающей к саду Резван, подрядчик, работающий там, нанимает преимущественно рабочих арабов. Из бесед с ними мы узнали, что они входят на строительный участок с чувством благоговения. Многие из них рассказывали, что у членов их семей есть истории об Абдул-Баха, Аббасе и Фенди. И они чувствуют, что это большая честь для них строить его усыпальницу, приходить на этот участок каждый день и знать, что они вносят свой вклад, каким бы малым он ни был, в это невероятное сооружение. Добрая слава об Абдул-Баха в Хайфе и Акке сохранилась и продолжает жить. У людей есть родственники, которые слышали об Абдул-Баха и слышали истории о нем, передающиеся из уст в уста, где его, конечно же, называли Аббасом и Фенди, и в особенности жители Акки, которые считали его родным сыном Акки, переполнены радостью, зная, что его священные останки возвращаются домой. Скрижали об Абдул-Баха, Бахаула пишет: «Мы сделали тебя убежищем для всего рода человеческого, щитом для всех сущих на небесах и на земле, крепостью для всякого, кто верит в Бога несравненного, всеведущего». Да будет на то Божья воля, дабы через тебя защитил он их и наделил их богатством и поддержал их, дабы вложил в тебя то, в чем заключен источник изобилия для всякого создания, океан даров всему роду людскому и заря милосердия
всем народам.